Приветствую всех в самом центре Москвы, в крупном торговом центре, в государственном универсальном магазине ГУМ. Находится он в Красной площади, Красная площадь 3. Сегодня 12 февраля 2021 года, пятница, и в Китае начинается Новый год. ГУМ еще украшен к новому 2021 году, построен в 1893 году и до 1921 года верхние торговые ряды были, затем в 1923 году был открыт государственный универсальный магазин. Начально открытие ГУМа состоялось 2 декабря 1893 года. Ему больше 100 лет. Скоро будет 130 лет. И также работает ГУМ-каток на Красной площади, то есть частичное новогоднее оформление сохранится до 1 марта. Вот это пассаж в центре Москвы. Три этажа, три линии. Очень красивое здание, особенно сейчас, зимой. Еще сохраняется новогоднее настроение. Конечно, из-за ограничений массовые мероприятия отменены. Будет мероприятие в депо. Здесь, конечно, тоже должны быть. Сейчас я посмотрю и заодно покажу новогодний ГУМ. Так он выглядел конца ноября 2020 года. Тут каждый год его украшают. Брали только елки, все остальные украшения и композиции еще остались. Китайский Новый год, он может быть разные дни. Это второе новолуние после 21 декабря. Между 20 января и 20 февраля. В этом году 12 февраля, в прошлом году 25 января, в следующем году 1 февраля. Далее, это плавающий переходной праздник. В Китае будет фестиваль волшебных китайских фонарей. Все до этого года он был и в Москве, в парке Сокольники. Было несколько месяцев, практически всю зиму. И вот такая красота сейчас в ГУМе. Я нахожусь на втором этаже. Даже если мероприятий не будет, это не столько обидно. Все равно новогодняя атмосфера здесь есть. И это видно. Как раз видно ГУМ-каток на Красной площади. Он будет работать до 1 марта. Много народу еще катается. До конца зимы остается 16 дней. Фонтан. Одной из линий ГУМа и украшенные вкусные деревья. Вкусный снег. Тоже дает праздничное настроение. Всем китайцев я поздравляю с новым 2021 годом. Подписывайтесь на канал. Конечно, не осмотрят в других странах. Если в таких, кто хочет приехать и посетить Москву, но остановка наладится. Это еще возможно будет сделать. В обычное время здесь были мероприятия и в парке Сокольники, и в ВДНХ. Сейчас просто праздничная обстановка.
я ее показал, сюда одно снял гум внутри, и как он украшен к Новому году. Наверху фестивальные кафе, слева гастроном номер один, справа Коч. Здесь, конечно, очень дорогие бренды. Это крупный универсальный магазин в центре Москвы. И одна из главных достопримечательностей Москвы. Я много раз проезжал мимо внутрь, не заходил и снимал видео, поэтому сегодня снял. Такая здесь обстановка на 12 февраля 2021 года.